Группа обучается в рамках соглашения о развитии сотрудничества между Южным региональным поисково-спасательным отрядом МЧС России и Российско-армянским центром гуманитарного реагирования. Специалисты из республики проходят теоретический и практический курс по программам горной, медицинской, технической и тактической подготовки. Вчера и сегодня спасатели закрепляли теорию и отработанные ранее в спортзале навыки альпинизма, но уже в реальных условиях. Тренировали наведение навесной переправы, а также транспортировку носилок с одного берега на другой, а также навыки промышленного альпинизма, спуск с козырька здания с использованием специального снаряжения.